шапка, реально волосы слезала, господи. А ты помнишь, в «Доме 2» был такой персонаж Майя Абрикосов? Да, был такой, да. Вот. Да, да. И, короче, я помню, в Comedy Club была шутка, что типа, блин, ну как может быть человек, которого зовут Майя Абрикосов, нормальным? Потому что все помнят, что бывает от абрикосов Майя. Ой, ладно, мы, как всегда, по дорожную аналитику начинаем, блин, с какого-то говнища. Это прям вот стандартненько. Короче, что я вот сейчас, кстати, вспомнила, хотела обсудить. Знаешь, есть такая тема «Никому не угодишь». Да. Вот я хочу сейчас с тобой это обсудить, потому что у меня на канале почти 10 тысяч подписчиков. Ребята, поздравьте нас. Мы с Андрюхой каждый раз, когда собираемся вместе, обещаем разыграть приз на канале. Ну, слушай, ну вот сейчас 9 тысяч. Это не, скажем так, ни туда, ни в Красную Армию. Надо дождаться 10 и уже сделать, вот, но разыгр... хороший, крутой розыгрыш. Вот, да. Уже вложимся в него. Это будет. И, естественно, стало много комментариев на канале. И критики, и не критики, и так далее. И нормальных, и нормальных, и таких вот, да, поехавших. Но самая соль в том, что никому не угодишь, вот правда, вообще никому не угодишь. Вот, я не знаю, кому-то звук плохой, ты пишешь звук громко, ой, что-то слишком громко, ой, кому-то вот вообще моя куртка оранжевая не понравилась, длинная, ой, наденьте платье, блин, а как бы, ну, это ваши... мне пишут, да? Я не знаю, ваши, что? Ну, типа, ты говоришь, наденьте платье, это типа мне пишут, да? Да, 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 ой, типа, как же так? Екатерина, ты в джинсах делаешь ремонт машины, там меняешь свечи, а почему не в платье? Ну, я не знаю, там картинку поярче, я покупаю iPhone, ой, все равно качество съемки не то. Мне говорят, проверьте Хавал зимой, как он заводится там или едет по снегу. Я еду по снегу, ой, не то, типа, вы же не заехали в какой-то сраный буерак, где по шею просто засадить свою машину, не смочь ее вытащить и оставить до весны. Короче, вот всем не угодишь, ребят. Вот сколько комментариев, и все равно найдется кто-то недовольный, что ему не нравится. А найдется кто-то недовольный в комментариях здесь, кто напишет, что у нас плохой звук сегодня. Или Андрюха слишком жирный. Не, ну ты уж... А мы, кстати, не представились, да? Меня зовут Катя, вещи. Вы на канале Подорожник Лайф, а это жирный душнило. Да. Вот что ты думаешь по поводу того, что всем не угодишь? Так всем не угодишь. Ну. Все. Подписывайтесь, ставьте лайк, до свидания. Нет, ну а что, ну, господи, ну, когда я читаю комменты или там слышу людей, ну, в основном, раз мы говорим в контексте канала, в контексте этой машины, в контексте старой машины, ну, предыдущей. В контексте, как я ведущая, да? Ну, да, 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 да. Я, ну, блин, ребят, вам не нравится звук? Пожалуйста, сейчас мы продиктуем номер карты, скидываем туда 40 тысяч, мы покупаем микрофон в описании DJI. Под видео я скину номер карты, мы купим хорошие беспроводные петлички DJI. Ну, реально, если хотите, пожалуйста, группа ВКонтакте, да, Хавал М6 СПБ, подписываемся, Катерина Санна оставит ссылочку, мы там откроем, например, донат какой-нибудь. Хотите, не нравится вам звук или еще что-то, вперед, скидываем туда, мы это, типа, скиды собираем на микрофон. И вот да, там будет шкала, сколько уже сдано денег. Как только наберется нужная сумма, сразу же купим микрофон, который там, я не знаю, крутой, туда-сюда. И будет хорошо писать круче звук. Этого, будет хорошо писать звук. Не нравится свет, хорошо, выберем какое-нибудь там осветительное оборудование, скидываемся. Хотите, чтобы мы там сделали обзор на Range Rover, собственно, пожалуйста, они продаются как бы без проблем. До сих пор, кстати, продаются. Да, то есть, ну почему бы нет. Bentley Continental, да хоть космический корабль, в принципе, позвоним там в Tesla, SpaceX, пожалуйста, все, там в Роскосмос на худой конец. Но без проблем, что угодно, любой каприз за ваши деньги, без проблем. Просто, ну, вот эти вот претензии, что типа, ты купил не ту машину. Ну, господи, купи ты себе, что хочешь. Эта машина, как и все, что, в принципе, здесь на канале, да, оно покупается не для хайпа, не для хайпа, а чисто, цели. Да, это канал про жизнь. Потому что вот есть вот такой вот, я вот езжу, я там делаю обзор.
да, мы едем куда-то на рыбалку, там. Почему, мне интересно, когда, ну, у нас не рыбацкий канал, да, я бы, думаю, написали бы, а что вы не ездите, вот наш хера, а что вы не ездите туда, а что вы не ездите на Платники на рыбалку, например. Ну, потому что мы едем, вот куда душа лежит, ну, не нравится, куда, господи, хотим, да, да не смотрите, да. Ну, честно, ну, как бы... А, кстати, да, если бы мы реально гнались за просмотрами, я думаю, мы бы вливали бы бабло, как бы, да, в этот канал, и раскрутили бы уже не до 10 а там, тысяч скулили, а там уже было бы 100 тысяч. А так как мы снимаем чисто вот именно, почему подорожник лайф? Потому что это моя жизнь, о моей жизни, о машине, о рыбалке, там, о мотоцикле и так далее. А вот, я, кстати, что хотела сказать, кому чего-то вот не нравится или не устраивает, вот запоминайте вот эти простые действия, которые вы видите сейчас на своих экранах. Мы переберем мышечку, указательным пальцем щелкаем на левую кнопку мыши по вот этому крестику. А дальше, смотря что у вас ноутбук или, например, экран монитора, да, вы просто выключаете и уходите спать или что-нибудь еще делать. Все. Все, на этом все. Вот кому что не нравится. Вот. На самом деле, я стараюсь не обращать на хейтеров внимания. Более того, я с некоторыми из них начинаю там очень весело переписываться в комментариях. Вот. Потому что меня забавляет то, как они пишут там: ой, фу, дизлайк, отписка, при этом он продолжает комментить мне видео. А что мы знаем, да, комментарии в видео, что делают? Приносят мне денежки. Ну вот серьезно, ребят, спасибо, спасибо. Вот. И меня забавляет вот это все, что ой, мне не нравится, мне не нравится. Я теперь, наверное, всегда вот это видео со сметаной буду, блядь, скидывать всем подряд. Не надо навязывать вам свое мнение. Вот. Да нет, тут, понимаешь, свое мнение, но... Одно опять дело же, высказать мы можем, да, как бы, я, как бы, с Катериной с Анной знаком уже под 40 лет, и, как бы, мы можем что-то обсудить, у нас есть свои какие-то приколы. И друг друга подколоть жестко. Мы можем подколоть так, что другие там пойдут, я не знаю, скрывать в суд подавать, да, или скрывать себе вены. И плакать. Да, я могу, как бы, высказать там условно какое-то мнение, я могу, как сказать... высказать его в манере навязывания, да, но, однако, она отдельный человек, я отдельный человек, и я даже более того скажу, если я навяжу какое-то мнение, она его примет и сделает не так, как она сама хотела, она потеряет какую-то самобытность, и я еще задумаюсь, а надо ли продолжать вообще с человеком дружбу-то, как бы, вообще, как бы, это что за херня? Ну да. Просто тут такой момент, вы смотрите этот канал, подписываетесь, да, на этого вот человека. Человек поменяет что-то, и, как бы, ну, вы такие, а раньше-то была лучше отписка, так что ли это вообще выглядит? Ну, не нравится, господи, блогеров миллион, да, сейчас, на любой вкус и цвет. Есть нормальные, есть там леса, как бы, я не знаю. Когда я купила Haval M6, один из комментариев был: я вообще-то был подписан на этот канал только из-за пола, все, отписка. Что я должна была в этот момент сделать? Уйти плакать в угол? Нет, это хорошо. Ты же, когда у тебя был Поло, снимала видео не только про Поло. Ну, да. То есть были видосы про другие про рыбалку, машины, про мотоцикл, про съемку, там обзор техники какой-то. И по чесноку, на самом деле, если посмотреть, вот даже мне, если не лень будет, проведи вот такую аналитику, сколько у тебя реально видосов про Поло, вот в сравнении с другими там машинами, еще чем-то. Потому что я вот сколько смотрел, у тебя какой-то момент был, я не могу его точно вот назвать по времени, когда у тебя реально пошло больше обзоров. Я просто проверила. Больше обзоров чего? Больше обзоров других машин, каких-то именно там рыбацких прибамбасов, еще ну, чего-то. Ну, когда у меня появились лодка и мотор, я задумалась о смене Volkswagen на другую машину. Чуть не сказала, я задумалась о смене Поло. И это возмущило не очень. Ой, господи. Я задумалась все-таки сменить его на женский. Да, да, я задумалась о смене машины. Вот именно потому что, ну, мне некомфортно было на Поло ездить на рыбалку на своей машине. Серьезно, блин. У меня куртка полнит, она как будто вот делает, как у меня живот большой. У тебя ремень зажимает, не парься. На самом деле я стройняшка. Да, на самом деле есть плейлисты, я создала отдельный плейлист на Haval, я создала отдельный плейлист на Volkswagen, и, собственно, по ним можно проследить, сколько видосов и куда чего было сделано, но именно когда у меня появилась лодка, когда вот ее подарили,
у меня стало меньше видео про именно поло быть. Вот. Ну вот и все. Не, ну... Просто некоторые люди, видимо, не заходят в описание канала, а там написано, что я ветеринарный врач. А еще я увлекаюсь автомобилями, мотоциклами, рыбалкой. И люблю путешествовать. По поводу, кстати, вот увлекаюсь автомобилями, мотоциклами, рыбалкой. Здесь тоже и можно прям отдельное видео снять. Я очень хочу его снять. Возможно, это будет такая, я пролоббирую, протолкну видео, где будет только моя будка просто душнить в кадре. Душная будка. Душная будка, да. Рубрика «Душная будка». Вот, и там я буду сидеть. Прикольная тема. Вот, надо запомнить. Так рождаются шедевры. Да, да, да. Так вот, просто, ну, по поводу вообще вот этого рыболовеческого комьюнити, обожаю это слово, всякого автомобильного и прочего. У меня есть сосед, вообще классный чел, и он вот увлекается машиной, и он прям вот ремонтирует ее. Вот он принципиально меня не понимает, когда я говорю, я вот возьму свою тарантаечку, она как-нибудь мелькнет в кадре, моя машинка вторая, которую у меня дочь ласково называет тарантайкой. Сначала называла драндулет, но как-то увидев мои грустные глаза, она такая, ну ладно, тарантайка пусть будет. Ну, вот. И, короче, это Hyundai Accent, но старенький, чуть моложе меня. И чуть-чуть совсем на полшишечки. И как бы я сейчас так показал полшишечки, как будто полная шишка это вот так, но это не про меня. Нет. Ой, господи. Сейчас на улице холодно, между Да, прочим. Кстати, минус много. Много минусов на улице. Так вот, неважно. Короче говоря, я ему говорю, я повезу типа машину в сервис, все, мне там все сделают, как бы, типа, все нормально. Он такой, зачем ты, дурак? Давай, типа, сделаем ее сами. Ну, то есть, у меня прикол в том, что у меня в, господи, этот замок попала вода, и у меня, когда замерз. Совсем холодно, да, он тупо замерзает, и у меня с пипикалки не открывается правая дверь. Просто. Причем, извинился передо мной. Да, когда становится достаточно тепло, все работает нормально. То есть, тупо вода где-то. То есть, надо просто разобрать карту, снять, просушить, ну, и вернуть, да, на место. Возможно, смазать там. Ну, короче, фигня, да, по сути. Да, да, да. Ну вот, я говорю, я либо дождусь весны, либо и займусь этим сам, либо поеду в сервис и сделаю. Цена вопроса, ну, косарь от силы, то есть, он такой, зачем это, можно самому? Я говорю, хочешь, открывай дверь, садись, ковыряйся в минус 20, а я пойду пока дома какао попью. Я говорю, ты вернешься, значит, я вернусь, когда ты все сделаешь, я скажу тебе спасибо и пойду домой. Если ты рассчитываешь, что я тебе типа за это накину, нет, потому что зачем? Я делаю это в сервисе, потому что если будет что-то не так сделано здесь и случится какая-то поломка, мне нужна будет гарантия, ты скажешь, ну типа это же старая машина, а в сервисе мне переделают. Слушай, а я не поняла, к чему это мы все ведем сейчас. А ты зачем меня перебила сейчас? А? Вот ты меня сейчас перебила, я забыл. Нет, а к да чему нет. все это было? Вот мы про говорили... Продушную будку, к тому, так, что люди, которые... Будку. Нет, смотри, люди, которые увлекаются, да, почему-то, когда говорят, я увлекаюсь машиной, все ждут, что типа я буду сидеть в гараже с руками там по локоть в говне, типа вот это ковырят, или я увлекаюсь... Или когда мне пишут, Екатерина, а подскажи, пожалуйста, как поменять головку цилиндра, блядь? Да-да-да, нет, это все здорово. Блин... Камон! Я пользователь, мне вот у меня образование позволяет, да. Как бы я знаю, как устроен там машин весь. Машин. Весь машин как устроен. Я как бы за это те же моторы лодочные. Я еду в сервис, да, за 3000 рублей. Сейчас сделайте паузу, как только договорю, накидайте в комментариях, какой я дебил. Но за 3000 рублей я делаю на своем моторе ТО. И а мне прекрасно. ТО 3000 на мотор стоит? Слушай, на твоем, по-моему, ну, на наших мелких меньше, по-моему, на моем, потому что, ну, эти нормы часы. Самое дорогое это норма... Самое дорогое это норма час, как бы, вот и все. Хорошо, мы про ТО и мотор снимем отдельно, когда я повезу свой маленький моторчик. На большое ТО. На большое ТО, да. Да. По поводу «всем не угодишь». И вот это тоже тебе напишешь, да какой тебе, что ты там увлекаешься, рыбалки, а ну-ка мне снаряди. Иди борщ вари, елки-палки. Да, снаряди какую-нибудь, типа, дерьмоснасть сама, а что ты ее в магазине покупаешь? Ну, типа, блин, может мне,
Это, я помню, когда с братом разговаривал, кстати, я могу снарядить, так, на секундочку. С братом разговариваю, говорю, блин, Серега, не понимаю вот этих вот кондитеров, которые сами, типа, готовят тортик, но при этом они коржи покупают, крем покупают, да, и просто, да, типа, да, это, да, делают. Он говорит, ну, действительно, я их тоже, говорит, не понимаю, как это так, они не сходили, рожь колосящуюся не вырастили, да, как бы, для вот этой медовой пропитки пчел-то не вырастили сами, не сколотили этот улей, как он называется? Улей, да. Улей. Ульяновск. Ульяновск. В России Ульяновск, как бы... а в Грузии Кинзмараулей. Тоже, типа, крем они как готовят? Что, они корову вырастили, что ли, молоко, ну, да, там, да, да, сливки взяли? Сбивали, блин, сидели. Да что, они миксер сами изобрели, что, да, ли, там, да, сопромат сами придумали, да, как бы, ну, типа... Ой, короче, мудаки, друзья. Мудаки какие-то. Ну, то есть, и здесь то же самое, типа, что мне, может, снасть эту силиконку самому отливать? Да, да, да. Я что хочу сказать вам. Вы поймите такую вещь, что в силу своего характера... мама меня любит, а другие считают, что я мерзкая. Да, я тоже. Ну, не все, как бы, ну ладно. Но не все, в силу своего характера, если честно, я не собираюсь вам угождать. Я делаю, как это, как говорил этот самый, блин, Тиньков, я так чувствую, да? Кинзмараулей. Да, я делаю так, как я чувствую, как я хочу делать. И, как правильно сказал Андрей, если я начну делать так, как люди мне говорят, вот именно навязывают, это уже буду не я. Выглядело так. Ну вот, как бы, это уже буду не я. Вот, поэтому, кому не нравится моя кофточка и мой микрофон, встали и вышли отсюда. Помним, да, слова великого Филиппа. Вот. Филипп Великий. Да, который сошел не в ту дверь. Ну, сейчас он какой-то вот. Не очень великий. Ну да. И, короче... Если вам нравится, пишите свои пожелания, и кому не нравится, отписка в правом верхнем углу, крестик нажимаем. Все, не переключайтесь. Хочу вспомнить еще слова великих. В свое время Стива Джобса спрашивали, мол, типа, Стив, вот смотри, как делают андроиды, типа, вот, и пишут, что, типа, да, блин, сделайте в телефоне то-то, то-то, да, и там Samsung, LG, там, HTC тогда еще существовали, да, типа, делают вот как просят. А ты, типа, тебе пишут тут, что надо сделать, а ты делаешь по-своему. Он говорит, поэтому iPhone это iPhone, а про Android никто не, ну, как эти телефоны, никто не вспоминает, а фирмы угасают, потому что я делаю так, как круто. Потому что то, что мне напишут сейчас, через год люди уже, ну, забудут, им это будет не актуально. Люди не знают, чего они хотят, пока сами не попробуют. Конечно. Поэтому, ну, как бы, делаем, как видится, делаем, как знаем. Ну, кому не круто, кому не нравится, и да, блин, умеем. Не смотрите, как бы, мы не хотим делать вам больно. И не претендуем, да, на славу какую-то. А как бы, ну, кто хочет, ну, милости просим, пишем комментарии, да, донатим. Я, вот уже, я уже хотела попрощаться, а мне кто-то пишет, типа, а прямо вот, сейчас пишет. А вот у блогеров, между прочим, на канале, вот у Лисы той же, например, я сейчас ей делаю маленькую рекламу даже, кстати, да. А вот у них вот звук лучше. Блин, камон, ребят, они журналисты, это их профессия. Они вкладывают бабло. Они вкладывают вот, бабло. Даже не профессия дела. Серьезно, но они журналисты. Ну, серьезно, у нее, ну, блин, по сути, да. У нее образование журналист. Да? Я медик, у меня медицинское образование. Алло, блин. Ну, блин, ну, серьезно, надо вылечить кошечку, я вылечу вашу кошечку. Как бы, я вкладываюсь... Но задорого. Я вкладываюсь в свое развитие, в развитие вот именно своей медицинской темы. Я вкладываюсь, чтобы больше получать, блин. А в канал я вкладываюсь, я тоже вкладываюсь в канал, по своим меркам много, но я складываю столько, сколько хочу и могу, а не столько, сколько нужно для, ну, миллионной, ну, как в хобби. Рубрики. А? Как в хобби, в мотоцикл, ну, в хобби. Да, сколько, да, вот, да, там, в рыбалку, вот, да, вот пока, да, получаю удовольствие, столько вкладываю, чувствую, что дальше уже будет обидно, не вкладываю. Так здесь же то вот же самое, и с это канала. Хобби. Вот, поэтому, короче, мы все сказали. Вы все послушали? Пишите комментарии. Пока. Да. Так, ну и мы переходим.